беседы святителя Иоанна Златоуста. Как нам сделаться подражателями Христу? Он для того и принес нам учение свыше с небес, чтобы возвести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего Учителя. А как нам, скажет, сделаться подражателями Христу? Делая все для общего блага и нища своего, ибо и Христос, сказано, не себе угождал, но, как написано, злословящих тебя пали на меня. Послание к Римлянам, 15 глава. Никто пусть не ищет своего, а пусть сейчас своего всякий имеет в виду ближнего, что наше, то и их. Мы одно тело, и члены, и части друг друга. Послание к Римлянам, 12 глава. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит, такой-то мне не друг, не родственник, не сосед. У меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он не родственник, не друг тебе, но все же он человек. Одного с тобой естества, имеет одного владыку, сараб, сожитель, так как живет в одном с тобой мире. А если еще содержит и одну веру с тобою, то вот он и член твой. Какая дружба может быть, может произвести такое единение, как сродство веры? Вы, все мы, крестились в одно тело, сказано. Для чего в одно тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя, потому что сказано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Послание к Ефесянам, 5 глава. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну, одно для всех возжег солнце, распростер один кров, небо, устроил одну трапезу, землю, дал другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Соучастники таинства знают, что я говорю. Даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все пьем из одной и той же чаши. Будем же сохранять эти узы неразрывными, и никакой худой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Аминь. Утром рано я выезжаю в Барнаул. Поэтому кто готовился к причастию, на престольный праздник тогда причаститесь. Вот. Потому что мне срочно нужно выехать на погребение Александры. Чернявской Александры Ивановны Умерлановны. Вот. Поэтому утром рано я выезжаю. Соберитесь, одни здесь помолитесь и... Все, благословляйте в путь нас, храни вас всех Господь.